Матери, иди. Нет, открывайте, он там. Легче давай. Загляни в терминал и не забудь взять заказ, иначе не закончишь работу. С дистанционной детонацией. Стреляет взрывчатыми снарядами. Естественно. В зависимости от обстоятельств может использовать множество типов снарядов. И да, они и в самом деле подрываются дистанционно, когда сочтешь нужным. Самое время пришло. Крайний узел. Последний фрагмент головоломки. Но одного только Кьюпида для подключения будет мало. Тебе также понадобится ключ активации сети. Мы предвидели действия террористов и поэтому сохранили его у себя. Все это время он просто пылился в распределителе, но теперь забери его в терминале и доставь в крайний узел. К счастью, автоматизированные системы в распределителе вроде еще работают. Если ввести ключ, то он должен автоматически связаться с основной сетью. Сэм, будь внимателен. Ключ активации уникален. Если с ним что-то случится, напечатать новый невозможно. Других таких нет, он незаменимый. И ради всего святого, не потеряй его и не сломай. Слышишь меня, Сэм? Это именно тот случай, когда нельзя облажаться. Никак. Ты понял? Спасибо за... Сканируем. Счастливого пути. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Подтвержден. Подключаюсь к узловой сети. Хиральная сеть теперь накрыла весь континент. Наш народ снова един. Мы возродились, как Соединенные города Америки. Если террористы или кто другой нападет на нас сейчас, даже если они уничтожат один узел, сеть выстоит. Теперь все проходит через берег, и берег удержит нас вместе. Но отдыхать рано. Сэм, у тебя осталась еще одна задача. Новой нации нужен новый лидер. И только одна женщина способна заменить Бриджет Стрэнд. Женщина, которой с рождения суждено это наследие. Амелия, она где-то там, и ей нужна твоя помощь. Верни ее домой. И гляди за Хиггсом в оба. Он может целиться в нее в эту секунду. Крайний узел подключен, и она должна готовиться перейти в твое личное помещение. Так что заходи туда и жди. Ты пришел. Я в тебя верила. Сэм, это я. Амелия? Должен кое-что знать. Я фактор вымирания. Хиральная плотность увеличивается. Контакт неизбежен. Рекомендована подготовка к бою. Повторяю, контакт с неопознанным объектом неизбежен. планируют. Счастливого пути. Что было нужно. Всеобъемлющую хиральную сеть, связавшую всю Америку, все эти драгоценные узелки. И теперь весь мир у меня на ладони. У нас было 5 массовых вымираний, спровоцированных фактором. Настала пора для 6-го. Я говорю не про гибель десятка другого видов, нет. Это вымирание с большой буквы. В этом выплеске сгинет все живое на Земле. И все это благодаря твоим поистине геройским усилиям. Объединитель Америки. Ну что скажешь, пошли! Узри свою погибель. Амелия? Сэм... Великий труд близок к завершению. Все узлы связаны. Скоро я солью их и все берега человечества в единое взморье. А затем начнется всеобщее вымирание, каких на Земле еще не бывало. Последнее — это мое предназначение. Что он с тобой сотворил? Последний выход. То, для чего я здесь. Первый был всего лишь прелюдией. Ты до сих пор не догадался? Дум? Такие, как мы? Это все ее работа! Кошмары, что нас мучают, видение неотвратимого будущего. Звучит знакомо? Поздравляю с концом света, Сэм! Пошел ты! Сэм... Да пойми же... Ты можешь ускорить это или замедлить, но то, что начато, не остановить. Даже если ты победишь, тебе ее не спасти. Ты видишь, все уже кончено. Давай сразимся. остался. Ну, продолжим игру. Амелия! Амелия! Она в порядке. Вымирание откладывается. Отпусти ее! И все это ради возвращенца? Печаль. Ну, продолжим после твоей кончины. Хиггс! Нас ждет торжественный финал на берегу. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. Хиггс хочет соединить узлы твоей сети с берегом Амелии. Так что понятно, куда они ушли. Мы сможем туда попасть? Мы? Нет. Но у тебя с Амелией прочная связь. Ты много раз бывал на ее берегу, так? Ты сможешь допрыгнуть. Ты помнишь, что я сказала? Постараюсь взять его живым. Обещай. Ты дашь мне его прикончить. Хорошо. Тогда я помогу тебе добраться. Обоим сразу не получится. Но я тебя догоню. Ты же сказала, что не можешь к ней попасть. Ну да. Но могу попасть к тебе. По узам, что нас связывают. Ловец снов приведет тебя к ней. А потом? А браслет приведет меня к тебе. Прямо так и пойдешь? Да, и без оружия. И лут с собой не возьму. Фрэджайл. Что? У тебя есть перекусить? Подсадила я тебя. Сэм, осторожно. Если вдруг что, позаботься о Лу, ладно? Мне придется тебя коснуться. Закрой глаза. Представь Амелию и ее берег. Ты ведь ее любишь? Ты ее любишь. Вот он. Амелия? Сэм, что ты здесь делаешь? Покончим с этим перед всеобщим вымиранием. Что ты собираешься сделать? Лишь то, что должен. Защищать фактор вымирания, пока земля не очистится. Шестое вымирание не остановить. Как бы ты, я или кто-то другой не старался, человечество протянет от силы 200-300 тысяч лет. Так чего тянуть кота за хвост? Пора смириться. Как все наши предтечи. Мы все знаем, что будет. Это все равно неизбежно. Все, у кого есть дум, она. Мы все здесь не просто так. Все мы участники выхода смерти. Это место, этот сраный берег. Отсюда не возвращается, нет. Умрешь, значит, все. Перейдешь на ту сторону. Круто же, да? Кто проиграет, тот везунчик. Он вырвется из этого долбанного цикла. Но без тварей, без выплесков, без всякой хрени. Просто старая добрая дуэль с боссом. Палка против веревки, ствол против нити. Еще один финал перед концом. Последний гейм-овер. Я частица Бога. Давай! Пытаешься найти способ получше? Так его нет. Зачем? Везет тебе сегодня. Этим людям, всем. Черт! Закончились? ствол мне не нужен, Сэм. Я сильнее тебя. Я сильнее! Сэм! У нас просто куча времени, если забыть, что Амелия страдает. Веселимся! Да пошел ты! Скучал по мне? Ничего не сможешь сделать. Никто не сможет. У нас обоих дум. Значит, остаться должен только один. Так давай! нами. Что-то ты руки распустил, мистер Гаптофобия. Ну, поздравляю. Ты победил. Только толку от этого ноль. Ну, давай уже. Фрэджайл. Похоже, меня трудно забыть. Мое имя Фрэджайл, но я не хрупкая. Зато вот ты у меня сломаешься. Это вряд ли. Связь между нами прочнее, чем ты думаешь. Дай мне сил, чтоб тебя... О, надо же. Ты уже сломлен. Что за черт? Я Хиггс. Я та частичка Бога, что есть во всем. А кто ты? Детка, ты всего лишь порченый гроз. Ты порченый груз. Держи, как обещал. Спасибо. Почему так долго? Вот тебе метафора. Возьми с собой. Расскажи людям с синдромом курьера, почему не стоит прятаться за маской. Нет. Оставь себе. Пусть лучше услышит из твоих уст. И еще. Твое дитя. Я перенесла его сюда, представив, что это прибор. Возьмешь? Нянчиться не мое. Так куда тебя отправить? На восток? Ему не нужна твоя помощь. У него есть хиральная сеть. А еще есть я. Мы переправимся вместе. Везет ему. Мы ценим все, что ты для нас сделала, правда. Но дальше мы сами. Тем более, уверен, тебя ждут во Фрэджайл Экспресс. Да. Кто еще сможет собрать все кусочки и сложить их вместе? Никаких компромиссов в погоне за совершенством. Фрэджайл. Мы в расчете. Долги розданы, слова сказаны. Прощай, Сэм. Ладно. Пойдем, мы не закончили. Ты в меня еще веришь? Даже в отсутствие Хиггса я ходячая бомба. Угроза для всего сущего. Но чего я хочу, чего я всегда хотела, это чтобы мы все стали едины. Что? Скажи правду. Это все ради тебя или ради Бриджет? Ради нашей страны. Ради будущего, это правда. Я буду с тобой откровенна, Сэм. Когда ты был на Востоке, я сбежала отсюда тебя навестить. Что? Ты мне врала? Дерьмо. Ты понимаешь, чего мне стоило сюда добраться? Иначе ты бы сюда не пришел. Тебя не волновали страна и Бриджес. Но мы знали, что тебе действительно дорого. Ради чего ты готов пересечь целый континент. И протянуть сеть UCA. Это Дайхардман придумал. Отлично. Значит, я Марио, а ты моя принцесса. Но ты права. На страну мне было наплевать. Ты правда единственная, кто мне дорог в этом мире. Прости меня, Сэм. Но в итоге же все получилось. Но с ним покончено. Я знаю, у тебя есть вопросы, но давай их отложим. Но потом. Ладно. Пойдем домой. Ну и как именно? Прыгнем, как Фрэджайл? Нет. Можно добраться по берегу. Мы с тобой побежим. Побежим? Да. Как Марио и его принцесса. Жди здесь, ладно? Угу. Президент Бриджет Стрэнд. Вот, наконец, вы и пригласили меня на берег. Помните? Тот же пистолет. И теперь он послужит благому делу. Вы должны были воссоединить мир, а не раздолбать его. Ну что же. Давай, стреляй. Для нас искупления не будет. Не может быть. Это правда ты, Джон? Джон. Да. Это я. Джон. Помните? Простите. Простите меня! Верни мне Бэбэ. Ты ищешь не в том месте. Бэбэ! Амелия? Стой, Сэм, это я. Прости, не хотел тебя напугать. Где я? К востоку от пояса смолы, у себя в комнате. Скажи спасибо Амелии. Где она? Мы не знаем. Она не пошла на восток? Нет, но потом она связалась со штабом и оставила нам сообщение. Какое? Я закончу то, что начала Бриджет. Только это и... все. Бриджет. Я видел на берегу Бриджет. Сэм, брось. Ты сам сжег ее тело, помнишь? Она бы не осталась на берегу, не смогла бы, даже если это берег ее дочери. Проверь журналы, они же у вас есть. Прости. Мы ничего не видели. У нас только одно свидетельство в твоей голове. Что ты еще помнишь? Тот тип тоже там был. Клифф. Взял в заложники Дайхардмана. Директора? А вот в это ты веришь? Ну, это объясняет, почему он куда-то запропал и так надолго. Я всегда его подозревал. Но теперь начинает складываться совсем другая история. Знаешь, мне кое-что не давало покоя. Мы исходили из предположения, что Клифф подчиняется Хиггсу. Но это не может быть правдой. Потому что Хиггса нет, а Клифф все никак не уймется. Ты думаешь, Клифф главарь? Да. Скорее всего, он удерживает Амелию и директора на берегу. Туда я и направлюсь. Так, стоп. Где Фрэджайл? Она укрылась у нас. Но пока ты находишься там, она не сможет отправить тебя на берег. Что? Ты должен понять, Сэм. Пока ты был в отключке, ситуация сильно изменилась. Мы все тебе объясним, обещаю. Но тебе нужен отдых. Согласен? Хрен с ним. Я вернусь на тот берег. А крошка Лу в отдыхе тоже не нуждается, что ли? Сэм, ты помог нам протянуть сеть от побережья до побережья. И устранил Хиггса, врага UCA №1. Без тебя бы мы ни за что не справились. Но остался последний шаг. Нужно привести к присяге нового президента и сформировать правительство. Только тогда Америка возродится. Про это кому-нибудь другому заливай. Я все сделал. В жопу Америку. У нас есть проблемы посерьезнее. Я тебя понимаю. Правительство – наименьшее из наших забот. Клифф схватил Амелию. А значит, завтра править, возможно, будет уже нечем. Если завтра наступит. Так почему мы сидим и ничего не делаем? Мне все равно, кто она. Мы должны ее спасти. Ты прав. Спасем Амелию? Тогда сможем предотвратить и шестое вымирание. Но ничего не выйдет, если сначала ты не вернешься на восток. Мы не в том положении, чтобы тебе приказывать. Но прошу, поверь мне, по-другому никак нельзя. Сэм, все ждут только тебя. Фрэджайл перебросила нас в штаб. Ты как? Лучше не бывало. Доставлять столько людей за такой короткий срок... Это ново. Мама? А, нет, лопни. Да, я тоже здесь. Решила вот помочь. Мы все ждем тебя, Сэм. Черт, я не собираюсь тащиться обратно пешком. Давай, Фрэджайл, действуй. Не могу, Сэм. И не потому, что я без сил. Теперь стало опасно перемещать людей через берега. Всплески хиралия происходят гораздо чаще. Возможно, из-за того, что сеть теперь охватила всю страну. Слишком много берегов для одного пространства. Провода путаются, все такое. Ты же видишь, что происходит с самой сетью? В нынешней ситуации прыгать через берег слишком рискованно. Даже если я доберусь, то не знаю, где окажусь после этого. И я могу там застрять. Поэтому я и к тебе не могу пройти. Но если смогу добраться до входа на берег, получится тебя провести. К счастью, берега-то никуда не делись. Это я могу подтвердить. Так вот, тебе и правда придется тащиться обратно пешком. Но как дойдешь, обещаю отвезти тебя к Амелии, на ее берег. Между вами двумя есть особенная связь. Твой ловец снов, ее кипу – это не безделушки. Это уникальные незаменимые тотемы, воплощение вашей общей памяти. Две стороны монеты. Цена прохода на ее берег. Ловцы снов – элемент культуры коренных американцев, если быть точным, народности Аджибве. Считалось, что они отгоняют кошмары и меняют твои сны. Если Дум – это правда ее дар нам, ее видение нашего будущего, может твой тотем приглашение его изменить? Вызов? Сможешь ли ты найти надежду посреди отчаяния? Пока мы ждем тебя, я поищу на берегу Амелию и директора. Вряд ли моя связь с ними достаточно сильна, но это лучше, чем сидеть сложа руки. Я поищу в архиве какую-нибудь информацию на этих троих. Вдруг их связывает нечто большее. Мы ждем тебя. Путь домой должен быть легче, да? Иди на восток, дорогу ты уже знаешь. А как доберешься? Поймал мое. Так, уходи оттуда и двигайся на восток, к озерному узлу. На этот раз пойдешь без груза. Вернее, ты сам груз. Такое задание. Мерзость. Кандидат в ББ? Либо это, либо... Жертва. Основание. Мост.